около меня начал стучать, а Сашка мне его делает. Вообще вот его весь разобрал, на все счастье. Точно, кошмар. Начал стучать, и он сказал, что нужно смазать курев. Вот. Ты мне рекламу делаешь, что ли? Ну, кошмар какой. Да, я делаю рекламу. Очень хорошо ремонтировать компьютеры. Обращайтесь. Это примерно набралось за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 5,5 месяцев. 5,5 месяцев назад мы зачистили. Он и не сильно стучит, кстати, начал не сильно стучать, но я, чтобы дальше это все не запускать, я решила сразу его отнести, чтобы Саша это сделал, смазал, что-то там надо делать. Это жесть. Короче, протирает то место, куда вставляется кулер. Мы смазали кулер. Все, я полностью все эти винтики вот эти вот все закрутили, завинтили. Вот. И включили проверить. И потом оказывается, что Саша забыл там включить какую-то штучку. В общем, короче говоря, у ноутбука нет звука. И теперь я снова раскручиваю все болтики. Я его готова сейчас загрызть. На улице настоящая зима. Смотрите, какой снег. Сейчас мы будем с Данюшей делать открыточку. Вот из этого набора аппликаций я вам уже показывала. Так, будем открыточку. Вот их дано здесь 3 открытки. Даня решил делать вот про зайку. Значит, мы эти 2 убираем. Так убираем. Также здесь предлагались наклейки. Вот такие наклейки. И давай прикрепим. И прикрепляем. Вот из зайки получился клейпок. Только ровненько надо, ровненько прикреплять. Что ты кусок криво? Ой, все уже, как прикрепил. Ровненько надо, как грибочек. Вот сюда, ровненько старайся. Как-то приводчик. Вот так. Вот получилось, видишь как? И как? Вот сюда приводчик. Так. Вот-вот приводчик. Ровненько. Грибочки мы приклеили. Теперь что нам надо? Вон тут. Вот кружочки. Сколько кружочков? Ну-ка посчитай, сколько кружочков. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Нам нужно 9 кружочков. Ну-ка давай мы их найдем. Где они? Вот.
Пиздец. Желтый день. Все, мы закончили нашу картинку. Вот мы наклеили наклеечки. Очень интересная и достаточно простая работа дома для заниматься с ребенком. Чтобы он старался ровненько приклеить наклеечки. Правда, у нас не очень ровненько получилось вначале, но потом мы начали, у нас все лучше и лучше стало получаться. А на этом занятие наше закончилось. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока, Данька.